до Капитолийского холма не доехал, поехал в свой любимый Walmart. Вот здесь жутко, капитализм, все завалено снегом, не думают о людях. И бедные спят вот в этих палатках на морозе. Вон там большая общественная палатка. И вот бедные люди, брошенные богатейшим государством в мире, вот так вынуждены спать на морозе. Вот. А мой путь дальше в магазин Target за продуктами. И не могут организовать, чтобы эти бедные несчастные люди